Всем привет, с вами снова Магомед, и сегодня я хочу поговорить про коронавирус. Все вы знаете про эту шумиху, про коронавирус, так что я попытаюсь все вам разъяснить. Пандемия началась в городе Ухань, провинции Хубэй, в конце декабря 2019 года. И 11 февраля 2020 года заболевание получило название COVID-2019. Также у этого заболевания есть инкубационный период. Как обычно, он составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14. На данный момент подтверждено 520 тысяч зараженных и 23 тысячи погибших людей. В России на данный момент 845 зараженных и 2 случая смерти. В основном от вируса умирают пожилые люди. Дети не погибают от этого вируса, но не являются очень хорошим переносчиком, ведь они всегда бегают, активничают и заражают всех других. Вы, наверное, думаете, как защитить себя от этого вируса, а вот вам ответ. Чистые руки – это ваша защита. И да, вы не ослышались. Всего лишь 20-секундное мытье рук может убить этот вирус. Также, если вы ходите на улицу или в общественное место, тогда вам следует одеть медицинскую маску. Медицинская маска – одноразовое медицинское изделие из ткани, закрывающее рот и нос носителя и обеспечивающее барьер для прямой передачи инфекционных частиц. Самое главное – не паникуйте. Если вы будете паниковать, вы уничтожите себя быстрее, чем сам вирус. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами был Магомед. Всем пока.